Представь, вот это ты. Возможно, сейчас ты находишься не в самой лучшей ситуации в своей жизни. Скорее всего, в твоей жизни были трудности, которые ломали тебя. Когда ты эти трудности преодолевал, ты становился сильнее. Тебя можно было сломать, но все же это было сложнее. И, наконец, в твоей жизни наступает такой момент, когда сломать себя практически невозможно. Поэтому в какой бы ситуации ты сейчас ни находился, иди вперед, преодолевай трудности и никогда не сдавайся.